Так, так. О, смотри, смотри, смотри. Так. Три. Три. Один. Один. Три. Три, один, один, три. Вот какой пароль для входа. Хо-хо-хо-хо-хо. Вороненок спалился. Шикарно. Ну все, все готовенько. Теперь наша операция И. Нам нужно пробраться к нему в комнату и посмотреть, что же там. А чтобы пробраться к нему в комнату, нам нужно что-то сделать. А что нам нужно сделать? А кто ж его знает? Нужно его просто выманить. Воспользуемся чайничком. Чайничек, чайничек. Заходим. Он пока не бежит, отлично. Хватаем чайник, он где-то здесь был, вот он. Зажигаем. Ставим. А сами мы сейчас с тобой... Нет, мы, наверное, полезем с тобой вот так вот. Так, чайник заработал. Ворон должен, по идее, бежать, но он не бежит, потому что... Что-то ему не нравится. Ворон! Кукуха! Иди чай разливай! Чтоб тебе. Хорошо, а если я сюда залезу... Оп-оп-оп-оп-оп! Он кинул в меня. Он согрелся. Где ты? Вот он, ворон. Бежим, бежим. Скорее, 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 скорее. Давай, 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 бежим, не тормозим. Фух, отлично. Ого. А я раньше не замечал, что тут комнату разнесло. Мощно. А, это же, по-моему, его комната, куда мы и хотим пробраться, нет? Возможно. Интересно, я смогу за досочку зацепиться? Смогу! Мы залезли сюда. А что тут, собственно, есть? Любопытненько. Есть бензик. А зачем нам бензик? Интересно, интересно. Тут мусорка есть для переработки. Опа, смотри, что я тут нашел. Кажется, тут есть огнетушитель. Не обломись, нет тут огнетушителя, тут вообще ничего нет. Фонарик бы не помешал, темно, капец. Так, а тут что у нас? Тут тоже ничего. Прикольная комнатка, одуванчики везде нарисованы. Красиво. Ладно, вылазим отсюда. Все, что нам сейчас с тобой нужно, это очень тихо проникнуть на второй этаж. Ворон. Ух ты ж, нифига себе. Ой-ой-ой-ой. Ладно, надеюсь, он нас не услышит. Пускай он там палит. Как я удачно вылез-то, слушай. Так. Залазим сюда. Надеюсь, я еще помню пароль. 3-1-1-3. Так. Залазим. Ух, мы здесь. Сейчас вводим пароль. 3-1-1-3. Открыто. Шикарно, но ворон бежит. Ворон бежит. А что здесь в этой комнате? Что здесь в этой комнате? Здесь есть рубильник. Но зачем он? Здорово. Не-не-не, я тебя сюда не пущу. Зачем здесь рубильник? Так, я что-то отключил. Но Шишо знает что. Тут лом есть, кстати. Прикольно. Прикольно это, конечно, но я уже отсюда не выберусь, походу, да? Я, конечно, могу, но я не успею. Оп-оп-оп-оп-оп. Можно я лом возьму? Лом возьму. Так. Вот так вот сделаю. Пока он там тупит. Выламываем отсюда скорее. Выламываем этой досочки скорее. Да не успел. Нет. Эх, капец. Че, все, мы застряли. Отпирай скорее свой замок. Так, надо взять что-нибудь и кинуть в него. Вот так вот. Отлично. Выламываем скорее дверь. Скорее дверь. Бутылку возьму на всякий пожарный. Давай, 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 Василий. Есть. Сейчас я в него кину еще ломиком. Блин, промахнулся. У меня же там еще бутылка была, да? О, давай не промажем. Вот так вот. Так, берем, 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 берем. Ломик, ломик, где ты? Ломик. Ключик. Так. Давай я в него ключом бомбану. Вот так вот. Ключик, камера. Точнее, видео, ключик, ломик. Все, валим. Валим, Василий Петрович, валим. Уху. Скорее в эту урну. Фух. Все, это было просто нереально, реально, нереально. О, да. Какое облегчение. Мы скрылись. Так, по всей видимости, в его комнате там был фонарик и лом. Все, что нам нужно было, у нас есть. Так. Пойдем выламывать ему двери. Вот тут вот я могу выломать что-нибудь. Отлично. Сейчас все нафиг отдерем. Единственная проблема только в том, что он забаррикадировался конкретно. Везде решетки поставил. Скотобаза. Так, ну все, вроде бы все досочки я отодрал. Вот так вот. Там глюк.
полезли на второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежим. Вот так вот. Ворон, ты ушел. Вон он в кресле сидит. Я в тачке сижу. Надеюсь, он меня не запалит. Вон он стоит. Как очково. Давай чеши отсюда. Жеванный торт, где мой ключ? Ладно, короче, пока в дом мы не проберемся, я предлагаю сходить вон туда, в Погорелово. Погорелово, жди меня. Сейчас мы туда заскочим, посмотрим, что ж там наверху. Оп, вот так вот по досочкам пробираемся. Интересно, я запрыгну сюда? И да, получилось, прикольно. У нас все получилось, и там, кажется, ворон сагрился. Он летит прямо сюда, слушай. О, капец, нифига себе, как я высоко взобрался. А сюда вообще, ну, нужно взбираться. Так, я залез, но не знаю куда. Все спонтанно как-то выходит на эмоциях. Дело в том, что мне бы тут не обосраться, чтобы меня ворон не поймал, потому что у меня фигово тучи всего полезного. Если я это все просру, я себе не прощу. Так, куда дальше-то лезть? Как здесь лезть? Куда здесь лезть? Хорошо, что сейчас день, хотя бы видно, что тут. Может быть, мне вон туда надо залезть? Да, наверное, туда мне нужно залезть. Так, лезем сюда. Теперь мне нужно как-то вон туда запрыгнуть. Легко сказать запрыгнуть, да? Может быть, отсюда вот так вот? О, получилось! Крутяк! Зацепились. Так, а дальше? Ну, дальше только на трубу, если мы хотим в гнездо, да? Ну да, точно, смотри, там вон доска. Как будто горочка, как будто нам туда потом надо запрыгнуть. Опа! Ништяк. Все по фен-шую, главное отсюда не свалиться. Залазим сюда! Это было так близко. Ну и хорошо, что упало не так далеко. Попыточка номер 3. Вначале на трубу. Потом на доску. Да блин, не получается на доску. А, я понял. Короче, когда я вот проваливаюсь в эту трубу, я меньше становлюсь. Ну, в смысле, ниже ростом. Мне нужно как-то на край встать. Вот, на краюшке вот так вот сюда подходим. И. Ну-ка. Да что? Все просрал. Давай, собирай, леший. Ключик. Все собрал. Вроде бы все, отлично. Выбираемся отсюда. Можно отсюда выбраться? Как? Вот это я провалился, так провалился. Так, я снова на этой чертовой трубе. Капец, сколько времени мне пришлось потратить на это все, чтобы снова сюда залезть. И я не понимаю, как мне туда запрыгнуть. Но не цепляюсь, я не цепляюсь. О, зацепился, чтоб меня! Жеванный торт! Фух. О, я наконец-то в гнезде. И там веревка, смотри. Там веревка. А могу ее взять? Я ее не могу достать. Блин, не свалиться бы. О, наконец-то, я залез. О, шикарно. Вот этот шикардятина. Дайте мне шоколадину. Фух, наконец-то. Так, а зачем мне... Ого, ворон куда полетел. Так, есть вероятность, что он меня сейчас догонит. Точнее, прямо залетит сюда. Ворон, не надо сюда лететь. У него там табуретка, смотри. А там на табуретке что-то есть. Так, у меня есть камера с собой. Камера. Нет, камеры нет. Что-то на табуретке там есть, но я не вижу... А, у меня же бинокль есть. Сейчас посмотрим. Что там есть? Там веревка и бинокль. Ага. Все понятно. Ладно. Зачем нам веревка? Куда мы можем залезть? Мы можем много куда залезть. Я, например, могу вот так вот сделать. Опа! Тарзаночка! О, прикольно, да? Конечно, прикольно, но... Мне нужно как-то эту веревку обратно отцепить теперь. Черт. Можно мне как-то веревку обратно забрать? Пожалуйста. Хьюстон, у меня проблемы с веревкой. Что делать, как быть? Мне нужно достать веревку. Так, чтобы отцепить веревку, мне нужно залезть наверх. Я так полагаю. Потому что меня сейчас конкретно глючит. Теперь залазим сюда и отцепляем тут нашу веревочку. Фух. Это была глупая затея. Вообще глупая идея. Теперь надо отсюда спокойненько спуститься, не расшибить себе мозги. Чтоб мои мозги не соскребывали потом с асфальта. Куда тут лезть? Вообще темень кромежная, ни шиша не видно. Куда я должен упасть? Так, вот сюда, вот так. Ой, там ворон, кажется, подо мной. Да? Наверное. Похоже на то. Так, прыгаем сюда. Теперь бежим! Бежим! Куда нам теперь нужно-то? Куда нам нужно-то? А, так вон, на чердак, походу. Да? Вон там лампочка горит. Наверное, тут вот, либо в это окошечко, я не знаю точно куда. Где ворон? Уау! Бежим! Зацепись за что-нибудь, а! Так, в него нужно что-то кинуть. Что в него кинуть? У меня есть. Лом мне нужен. По-любому он мне понадобится.
Я в тачку могу спрятаться? Бежим к нему в квартирку. Вот так вот. И прячемся. Фух! Его квартира спасает меня каждый раз. Отлично. Теперь нужно просто спокойненько отсюда выбраться. Давай, залази на холодильник. Ты чё? Залази на холодильник. Вот так. Теперь сюда. Ого, получилось. Какой я быстрый. Как флэш. Теперь сюда, по-моему, сюда, да, сюда. Лезем на крышу. Давай шустрей. Не тупи. Ништяк. Я наверху, почти на чердаке. Давай. Почти, но не на чердаке. Я что-то застрял. Чё застрял? Давай, 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 не тупи. О, да. Кайфовело. Хо-хо-хо-хо. Так, теперь нам надо сюда лезть. Все шикарненько. Ну, как бы других вариантов нет. Вон там вот красная лампочка, она прям тянет к себе. Я всегда люблю красные лампочки. Вяжем здесь веревочку. Уху! Вот это тарзаночка, да? Так, итак, смотрим, что там в окне. В окне, непонятно, что там в окне. Что за этой дверью вообще? Так, может быть, я рано спустился? Подожди-ка. Мне кажется, что давай-ка я здесь упаду. А, кстати, замок! Подожди, какой я упаду? Замок есть. Сейчас мы откроем этот замок. Вот, чтобы нам ключик не нужен был больше. Замочек. Ключик. Куда его кинуть, ключик? Давай его туда кинем. Ага. Забираем замочек. Его тоже выкидываем. Почему-то замок красный, а ключ золотой. Нелогично, нелогично. Теперь отдираем эти доски. Красава, почти. Почти давай. Мощными своими ручищами. Дохлый усач отдирает доски. И финалочка сейчас будет эпичная, наверное. Я сейчас открою дверь, а там сосед. Нет, там нет никого, прикинь. Там никого нет. У-ху, ворон, здорово. Здорово, я не хотел. Я не хотел, чтобы... А, и лом выкинул. Короче, все можно выкинуть. Давай, слазим. Слазим. Я хочу... А, лом-то зачем я выкинул? Лом-то мне нужен. Ну ладно. Ворон меня поймал. А, нет, не поймал. Лом берем. Хватай лом быстрее. Что случилось? Я по текстуре свалился? Это как? Что? А, нет, не свалился. На тебе. На тебе. Он получил полбу этим, как его, биноклем. Он получил полбу биноклем, а я тем временем уматываю. Уматываю скорее. Скорее. Сюда. Хочу открыть вот эти дверки и посмотреть, что там. Давай, 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 шустрее. Почти, 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 почти. Почти случилось. Это случилось. Так, нужно взять... Где? Где? Вот он. Пока он там глючится. Давай дальше продолжим. Есть. Открывай дверь. Открывай дверь. Дверь не открывается. Что за подстава? Ворон, здорово. Ой. Я в тебя тоже кое-что кинул. Я еще раз кину в тебя лом. Давай, попасть в него надо. Оу, как он меня выкинул. Я хочу открыть эти двери и посмотреть, что там. Давай, отпирайся, дверь. Да как так? Что это за фигня? Доски. Вот эта доска мешает, прикинь. Чтобы открыть эту дверь, нужно убрать как-то эту доску. Она открылась, она открылась. Она открылась. А здесь у нас... А, нифига здесь нет. Ладно, лезем на чердак. На чердак. Скорее, 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 скорее. Руки не подводите, не подводите, пожалуйста. Есть, мы на чердаке почти. Почти. Ух! Ну чё, полезли? Так, это что такое? О, это пукалка. Он поставил сюда пукалку, чтобы она меня пристрелила, когда я залезу на крышу. Это не очень хорошо. Так, решающий момент. Главное не свалиться, не профукать все, что у меня было. Десантура за ВДВ! Кстати, недавно был праздник ВДВ. Итак, залетаем сюда. С раскачки. Опа! Слишком жирный. Не получилось. Ну что, давай. Попыточка номер три. Номер три. Слет вот так вот. Хопа. Чтоб меня этот ворон на огнетушитель не достал. Вон он. Прям под ногами трется. Мне нужно сюда прямо залететь, я думаю. Давай еще чуть-чуть. Вот это сейчас будет норм. Ну, как так-то? Ладно. Веревочка давай будет. Пусть по-твоему, нифига себе, ворон. Здорово. Фух. Он сюда не залетел. Это было близко. Капец. Где этот ворон? Он спустился вниз. Вот это экшен. Экшен, он меня поймал. Ай-ай-ай. Нет, ты не зацепил меня. Слава богу. Слава богу. Так. Погнали. И вых. Почти. Почти надо еще раскачаться. Я думаю, что сейчас все получится. Я прям туда залечу.
Давай еще. И въезжаем. Просто, да как так? Есть! Наконец-то! О, я охрип прям. Я залез. Закрываем, короче, дверки. Именно здесь ворон спрятал соседа. Фух! Я залез. Я залез сюда. И что мы тут имеем? Крючки. Огромные крючки. Для чего здесь крючки, непонятно. Он тут кого-то вешает, что ли? Давай пригнемся. И что же тут? Где сосед? Сосед, выходи! Я пришел тебя спасать. О, скляночки, баночки какие-то. Тут у нас книжечки. Ага. Есть лампочка. Опа! Точно налево. Сосед. Не сосед, а ворон, кажется, бежит. Это кто? А, это костюм! Стоп, меня, это костюм. Он весь в крови. А, нет, он не в крови. Это рисунки на нем. И клюв у него из картона. Я понял. Подожди, так... А где сосед? Сосед! А где сосед? Я видел, что ты тут был. Какого лешего? Ладно, давай возьмем костюм. Что случилось? Дверка открылась. Что происходит, Эй! Сосед! Сосед? А ворон где? Ворон! Ты где? А чё ветер такой мощный начался? Можно костюмчик я примерю? Ты же не против? О, костюм ему выкинул. Одевай, сосед! Я знаю, что это ты. Капец. И что? Соседушка, ну чё ты? Жалко, бинокля у меня нет. Я посмотрел, он это или нет. Ладно, давай выпрыгнем прямо на него. Давай. Давай. Я сейчас выпрыгну. Ты думаешь, что ты победил? А кто ж его знает? Я надеюсь, что я победил. Ну что, это, по всей видимости, была финалочка, да? Если я не прав, то напиши об этом в комментарии. Ну, на сегодня это все. Не забудь поставить свой царский лайк. И, конечно же, подписаться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.